Да Твоя слава вся исполнишь, шел еси в нижней земле, от Тебе во не скрыся состав мой, и жива дами, и погребен, и слепшими обновлен. Не свят разве Тебе, Господи, взывающий, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Простерлися длани и соединилися древле, расстоящееся, одеянием же спасе, еже в плащанице и во гробе, окованным содержим был еси хотением, ибо силу Твою действуй показал еси, богодейственно поющим, несть свят разве Тебе, Господи, человеколюбче.
чистым сердцем тебе веков. Слава святей и единосущней и животворящей нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Веки веков. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть покров. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ. Исущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ. Исущим во гробе живо даровав. Смерть смерть поправ, Иисусом во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть смерть поправ, Иисусом во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Яко исчезает дым, да исчезнут. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Докуда погибнут грешницы от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Христос воскресе и возвеселимся вон. Христос воскресе смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Thank you.
святого Иоанна Златоустого, во святый и святоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. Аще кто благочестив, ибо первому угождает, и оному дает, и всему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяния почитает, и предложение хвалит, тем же упо внидите все в радость Господа своего. Спасибо.
святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина высокого пресвященнейшего Германа, и митрополита Новгородского и Камышевского, и господина нашего пресвященнейшего Елисея, епископа Рюменского и Новоаннинского, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда на небесные во веки веков. Пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин, всех где предстоящих, поющих и молящихся, жертвователей, благоустроителей, благоукрасителей святого храма сего, всех вас, православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и преисполь, и во веки веков. Пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырем, пастырем, диаконом, монашествующим и всем верным чадам русской, возлюбленные о Господе, архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры. Христос воскрес! От сердца, исполненного светлой радости о восставшем от гроба Спасителе, всех вас приветствую этими жизнеутверждающими словами и поздравляю с праздником праздников Пасхой Господней. Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество Духа. Единородный Сын Божий, пришедший в мир, претерпевший страдания и смерть на кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал от гроба. Иисус воскрес, и поглощена смерть победою. Он воскрес, и радуется вся вселенная. Господь упразднил ад и сокрушил власть дьявола. И все это совершил человеколюбивый Бог. Причастники и причастницы, выслушайте молитвы по святому причащению, мысленно повторяя их за мной. Верую Господи и исповедую я Христе воистину Христос, Сын Бога живого, пришед и мир грешное спасти. От них же первый есть азвище веру, яко все есть самое почистое тело Твое, и все самое есть честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешения мои вольные и невольные. Мы с вами призваны войти в жизнь вечную.
и получить Царство Небесное, уготованное Богом к нам. Поэтому мы должны с вами быть настоящими православными христианами, свидетельствовать о воскресшем Христе именно сегодня, встречая всех и возвещая радостную весть: Христос воскресе, воистину воскресе. С праздником вас, дорогие мои! Сейчас вы подойдете к Христу все, и потом, пожалуйста, выходите из храма, выстраивайтесь все, мы будем освящать вам пасхальные ключи. Ангелов храни. Причастники и причастники, даже сине, вы среду перетело, возглавим всякого сопротивного, насыщение очень честного, и душевных мы сил верно постыдно, в любовь и лицемерно, во исполнении пребудности, соблюдение заповедей твоих, приложение божественной благодати в Царстве, присвоение, давай святыни твои, день сохраняют, твою благодать поминают всегда, и не так. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Нет, нас не хочет. Хорошо. Посвящение все так. Моя мимо. Надо.